полное описание и точень до выхода 21 серии 2 сезона сериала «Иванько». 21 серия сериала выйдет на ТНТ 19 октября. В новых сериях мы увидим, как Яся волнуется за Елисея, который рвется дать взятку полиции. Неожиданно открывается неприятная правда о Лере. А Настя никак не может понять, что ей выбрать – журавля или синицу. После всех событий Макар уходит в запой, а Валя в работу. Яся становится жертвой хейта, а Настя наконец должна выбрать между Лехой и Сеней. 21 серия сериала выйдет на ТНТ 19 октября. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.